Всем привет! Как это? Утро, воскресное утро не пойдет. Понедельничное утро. Ветерок, жара и все такое. И еже с ним. Вчера не стал шуметь. Уточек накормил. Травы дал. Воды налил. Чем я сейчас занимаюсь, покажу. Сейчас отойдем в ту сторону. Ветерочек пока. О, шланг раскинул. А для чего шланг раскинул? Для того, чтобы сделать прокол. И так я думал, ничего не получается. Поверху, если кинешь, тут из-за ветра может все полопаться, потом ищи свищи, где там. Надо сделать надежно и на подольше. Труба. Что это получается? По наружному диаметру она 20 какая-нибудь. И в нее хорошо вошла 15-я труба. Полиэтиленовая. Будем выходить вот сюда. Ну, где-нибудь тут надо выйти. Потому что, чтобы... Я в прошлом году, как помню. Вон ребята крышу делают. По прошлому году помню, когда дожди, довольно такие глубокие траншеи получаются от машин, от колес. Надо поглубже сделать. Вот здесь вот этот кабель пошел. Значит, начало розетки. И давайте посмотрим, что у нас там. Вот это мой кабель. Это мой кабель был. Ну, он и есть, просто уже не нужен. В общем, она там идет в провод. Идет. И выходит. Я уже протянул его. Ну, так-то мне надо кассу сделать до 1 числа. Но не могу я начать, пока у меня вот это свербит. Сейчас хотя бы начну, проложу, буду уже более конкретно знать, что мне надо. И тогда успокоюсь. Тут можно и прокопать, наверное. Тут редко ездят. Кабель лежит. Вот, маленько успокоюсь. Спокойно тогда завтра кассами позанимаюсь. Вот сюда мы его тянем. А так как здесь его... Дофига осталось. Будем делать где-то вон там, около того деревца. Вот он кабель, он еще вот здесь. То есть его много. Для мостка более чем достаточно. Вот это размотана куча. И мосток будем делать где-то от этого дерева. То есть частично начало будет... Завалено вот этот камыш, там сухо. И вон туда, там 16 метров вперед. Там можно будет сделать такой мосточек классный. О, спиннингист, интересно, что поймал, нет? Сходить будет посмотреть. Вот. Потому что слева есть небольшая такая, типа, закуточек, заводь. Справа, ну, из камышей, как бы там, другое дно. Вот туда и будем выходить, чтобы налево кидать, направо кидать. Вот эту травочку как раз, пока я здесь, можно набрать. Вот она самая сочная. Ее больше всего любит комар. Ну, не любит, это я так считаю, что она самая сочная около озера. Утятам и индюшатам. Блин, вот комар, вот видите. Это я весь сейчас в комарах, так как одна рука занята, я не могу махать особо-то. Вот эта осока, ну, я не думаю, что они прямо ее с удовольствием будут жрать. Они, конечно, будут больше вот этот вот молочай маленький, который свеженький. Ну, а тут бодели. Но он очень мягкий, сочный. Вот этим я, короче, сейчас занимаюсь пока. Поставить, думаю, стрим, что ли, на... Место прокола, где я буду там торчать. Ну там
Будет просто ветер, нифига не будет слышно. Но ход работ может быть виден нормально. Я-то услышу чат и все такое. Блин, вот рука, которую я сейчас держу, 4 комара вижу. Кормлю с рук, скажем так. Фух. Ну, охота сделать мосток. Тем более тут колонную идею подкинул. Можно будет не краской сделать на досках, а выжиганием горелкой газовой. Шрифт сделать и горелкой выжигать. Донаторов. О, хорошая идея вчера была. Ну, ладно, блин, уже не могу, комары кусают.